Ряд изменений в закон об образовании приняли депутаты Государственной Думы в первом чтении. Изменения предполагают новый статус для детских школ искусств. Основная цель документа – сохранение уникальной трехуровневой системы образования в области искусств. Детская школа искусств – училище ВУЗ. В случае принятия закона у выпускников таких образовательных учреждений появится приоритет при поступлении в последующие профильные средние и высшие учебные заведения. Это будет не просто там удостоверение об окончании школы, это будет документ, который будет учитываться, когда талантливые дети, которые занимаются вот различными видами искусств, они будут поступать в средние и высшие специальные учебные заведения. То есть те, кто закончит школу искусств, у них будет приоритет. Предполагается передача школ искусств из ведения муниципалитетов на региональный уровень, что, как отмечают авторы, позволит повысить престижность учебных заведений и увеличить их финансирование. В ИАО работают 9 школ искусств. И только одна из них, хореографическая, имеет статус областной. Во всех школах обучаются более 1200 детей. Андрей Кирюшин, Новости 21.